Я решил принять участие в этом проекте, потому что я считаю, что это очень важный, очень полезный социальный проект, и, в принципе, благотворительность, она всегда идет на благо. И, скажем так, журнал «Эль», фонд Елены Пинчук – это две замечательные организации, которые мне нравятся. Я очень уважаю то, что они делают, и с радостью согласился принять участие в этом проекте. Плюс, скажем так, тема, с которой работает фонд Елены Пинчук, для меня близка и знакома, потому что у меня есть друзья, у меня были друзья, которые, скажем так, сталкивались и сталкиваются с этой проблемой. Поэтому для меня это достаточно личная тема. То есть у меня есть друзья, которые умерли от этой проблемы, и поэтому, ну, то есть я не мог просто отказаться. Каждый такой проект, это для дизайнера это еще вызов, потому что есть четкое задание, которое ты должен сделать. То есть это не то, что ты делаешь коллекцию, это речь только о твоем вдохновении, каком-то внутреннем интуиции и так далее. Это очень четкая задача, и ты как дизайнер должен ее выполнить, сделать так, чтобы идея такая сложная, как борьба со СПИДом, чтобы она была понятна с помощью одежды. В общем, это всегда интересно. Это как проверка твоей профпригодности. Можешь ты это воплотить в одежде или нет? Я считаю, что современное искусство, как и современная мода, может менять сознание людей в массах. Например, взять Банкси с его работами, которые уже давно вышли за рамки восприятия просто граффити, которые несут очень серьезное послание, и таких примеров масса. Дизайнеры также делают, обращают внимание мира на то, что происходит, на угрозу мира, на те проблемы, с которыми сталкивается человечество. И вот ресурс, два ресурса, современное искусство и современная мода, они очень сильны сейчас, и они очень влиятельны. Мода и современное искусство сейчас даже более чем параллельно идут во времени. Как бы такой самый явный тому пример – первая коллекция Рафа Симмонса для дома Dior, в которой он использовал принты современного художника Стерлинга Руби. Вот, он печатал его картины и делал из них платья. Ну, такой на поверхности пример просто. Ну, я думаю, что в ежедневной жизни никто не задумывается, да, там, о голодающих каких-то детях, которые бедствуют, о детях, которые больны СПИДом, о том, что... Но вот благодаря вот таким проектам и каким-то выставкам, каким-то коллекциям, это помогает тебе лишний раз задуматься, а, возможно, подтолкнуть тебя для того, чтобы совершить какое-то благое дело. Современное искусство и мода, конечно же, влияет на поведение человека и способно его изменить, так как раньше на поведение человека влияли романы и как бы плоды творчества там, музыкантов, писателей и так далее. Сейчас эти два жанра, конечно же, очень на подъеме, очень интересуют особенно молодых людей. Вот, и, конечно же, меняют и восприятие, и поведение в том числе. Хочется верить, что это все-таки отразится и каким-то образом внесет лепту в то, что что-то человечное, что-то, чего сейчас, наверное, в современном мире так мало. Да? Что-то настоящее, что действительно вот будет здесь и сейчас. Современное искусство, в принципе, как и мода, это отражение ежедневности, которая вокруг тебя. Потому что, по сути, все мы окружены зеркалами, которые отображают твое мировоззрение. Да, я там показываю в своих коллекциях, художник показывает в своих работах мир, который его окружает, с которым он сталкивается каждый день, который он хочет показать через призму и через фильтры, пропущенные внутри себя. Ну, мода и искусство – это неразделимое между собой понятие. То есть мода, по факту, это искусство, которое мы носим в ежедневной жизни. Дизайнеры всегда работали с художниками, с современными художниками. Это всегда достаточно тесное взаимодействие. По факту, мода и современное искусство – это современные медиа, которые влияют на людей непрямым путем.
То есть они влияют на их поведение, они влияют на их позицию, они влияют на людей, возможно, где-то даже на подсознательном уровне. И опять-таки, это нужно делать в позитивном ключе, чтобы, скажем так, в нашем так достаточно злом и жестоком мире было немножко больше доброты, любви и всего остального доброго и теплого.